Привет, это канал IT User Help. В этом видео я расскажу тебе о том, как из твоего смартфона с операционной системой Android либо iOS сделать беспроводную мышь для твоего компьютера с операционной системой Windows, Mac либо Linux. Для чего это может потребоваться? Вариантов очень много. К примеру, у тебя поломалась твоя основная мышь, и тебе надо срочно что-то сделать. Либо ты используешь свой компьютер совместно с телевизором, и удобно использовать беспроводную мышь, а точнее свой телефон, как мышь, для управления на телевизоре, либо на экране. Курсором мыши можно перематывать видео, выполнять какие-то действия, либо даже в интернете вкладки перемещаться, прокручивать и так далее. В общем, вариантов применения очень много, не будем на это заострять внимание, давай сразу перейдем к решению нашего вопроса. Что нам нужно сделать, это установить два приложения, одно на компьютер, другое на смартфон. Для этого начнем сейчас с компьютера, для этого перейдем на нашем компьютере в любую поисковую систему и в поиске в объем английскими символами remote, пробел, маус, remote, маус. И прям первая ссылка в моем случае попалась, тебе нужно сайт www.remotemouse.net. Заходим по этой ссылке, нас встречает вот такой сайт, здесь ты можешь сразу на первой же странице нажать загрузить и выбрать операционные системы, с которыми ты будешь работать. Для телефона это, например, на Android, к примеру, у тебя может быть что-то другое, и тебя сразу отсылают в Google Play Market. Но это нужно будет тебе с телефона зайти, мы к этому еще вернемся. Сейчас нас интересует версия на компьютере, и выбираешь операционную систему. У меня это Windows, выбираем, и идет скачка файла. У меня уже файл скачался, поэтому устанавливаем это приложение на свой компьютер. Да, язык тут, к сожалению, только английский, но нам, в принципе, это приложение как сервер, там интерфейса как такового и нет. Нажимаем Next, Finish, вот появился у нас значок. Запускаем приложение. Все, если видишь такую надпись, это говорит о том, что наш сервер здесь запущен. Теперь настало время перейти к запуску приложения на смартфоне. Итак, мы перешли на наш смартфон, нам нужно установить такое же приложение на смартфон. Для этого заходим в Google Play Market и в поиске вводим Remote Mouse. Нам нужно приложение Remote Mouse от разработчика Remote Mouse. Нажимаем установить. Как видишь, у приложения хорошие отзывы, 4.1 и более 10 миллионов скачиваний. Вот так выглядит интерфейс приложения. Итак, приложение скачалось, идет установка. Установка завершилась, открываем приложение здесь, на смартфоне. Да, да, да. Окей, я понял, выбираем наш компьютер. Здесь небольшая инструкция. И все, как видишь, смартфон подсоединился, и сейчас я перемещаю курсор на компьютере.
используя при этом смартфон. Можно запустить, к примеру, видео. Привет, ты снова на канале IT User Help. В этом видео я хочу рассказать тебе о том, как уменьшить яркость. Ну и так далее. Также можно выбрать клавиатуру и что-нибудь написать. Также работают кнопки, правая кнопка мыши, левая кнопка мыши и колесо прокрутки. Правая область на смартфоне – это у нас колесо прокрутки. На этом у меня все. Если видео было полезным, обязательно ставь лайк, подписывайся на канал, оставляй любой комментарий под этим видео. И уж совсем круто будет, если нажмешь на колокольчик, который находится справа от кнопки подписаться. На этом все. Всем пока.